Доброго времени всем добрым людям. Сегодня суббота, утро. У нас сегодня пасмурно очень. Ночью прошел дождь, поэтому никаких путешествий, ни пеших, ни авто, только в огород. Я сегодня убрала чеснок. Сохнет он, висит. Сегодня у меня третий раз снят зеленка лук на заморозку. У меня немножко, не помидоры, а огурцов чуть-чуть. Так вот, поесть ежедневно свежий салат. И вот картошка. Чуть-чуть было для интереса картошки посажено. Такие дела. Пойду сейчас разбираться с овощами дома. Мыть, сушить, резать. В морозилку укладывается. У нас большая, большая морозилка, помимо холодильной морозилки. Так что все ягоды и овощи у меня там. А огурцы у меня вдоль забора вьются, украшая. Рыжик покормила котов, покормила чаек. По второму разу начали цвести розы. Скоро и эта лилия распустит свои граммофончики. Флоксы еще все цветут. Подсолнухи самосевом высеялись. Гладиолусы у меня и там, и здесь. Космея везде сама высевается. И самое главное, что начала гортензия розоветь красная. Она сначала белая, потом вот так вот розовеет и доходит до красного цвета. А это моя самая любимая гортензия, розовая. Космея, как я говорила, у нас уже везде. Так же, как и подсолнухи, так же, как календула, сами высеваются. И еще васильки у нас такие же, сами высеваются везде. Томатов еще многовато. Зеленеют, наливаются. Сегодня собрала красненькие, желтенькие сорта. А эти вот еще картошечки зеленые. А лилия скоро распустится. Подсолнушки. Сегодня пасмурно, и лишь подсолнушки сияют, как солнышки. Разбрелись по всем углам, кто где. Эти на крыше машины, которые у нас стоят на разборке. Умываются, намываются. Молодцы. Ну, так нельзя, аккуратно, надо целоваться, не кусаться. Смородину давно уже собрали. Надо будет попозже уже вырезать лишние ветви изнутри. Работы много. На место чеснока и лука зеленого сею укропчик, потому что зеленку я всю и петрушку, и укроп замораживаю на зиму. Овощи у нас не проблема, круглогодично купить и помидоры, и огурцы. Просто так для интереса сажаю. А зеленка, она зимой очень дорогая. Поэтому у меня своя всегда. Вот так вот. День пасмурный, но плодотворный. Сейчас пойдем заниматься делами. Всем хорошего настроения, хорошей субботы. Будьте здоровы, берегите себя. Я вас обожаю. Заходите. Пока-пока-пока.